К сожалению, главы муниципалитетов не слышат, народ не слышат, либо не хотят, либо боятся. Власть на сегодняшний день дала все в юридическом плане. Если вы хотите самоорганизоваться, поднять село, организуйте местное самоуправление. Местное самоуправление – идеальная форма, она подходит под любую тему. Вот смотрите, иметь свой банк, иметь финансовую составляющую, составляет свой бюджет. Местное самоуправление тождественны официальной вот этой муниципальной власти. Устав, он нигде не регистрируется. Публикуется устав в российской газете, все, устав считается зарегистрированным. Все просто. Вот чем мне нравится МСУ, это большой-большой плюс, это классно. 5 домов, все, казачья станица. Все. И у них земля, вот от того, что он просто казак. Им нужен только грамотный документооборот. Они знают, что чего еще пляшут? Они пляшут от того, что они ищут старые карты, где на которых указаны казачьи это станицы. Правильно. Это правильно. И когда они находят на старых картах казачьи станицы, они едут туда. И там Все. На месте начинают это правильно они делают. Возрождать. То есть такое вот. А да ты сейчас имеешь в виду, что 5 домов вообще где хочешь? Хоть где. Или хоть где. Ну, я думаю, это не надо трогать потребительское общество. Почему? Можно трогать и потребкооперация. Вот смотри, потребкооперация сейчас это, потребительское общество сейчас оно называется. Потребкооперация. Потребкооперация 150 лет. Они, по крайней мере, вот позавчера с ребятам говорила, они в Москве хотят МСУ. Я говорю, ребята, идите, маленько говорю, это, на себя дерни, чтобы не гуляла дверь. Вот. Пойдите, говорю, от потребкооперации. По крайней мере, легче будет. Согласен. Там Евгений Горелов, он тоже говорит, что через потребкооперацию это проще, не надо, меньше будет препонов. Да. А казакам вообще просто. Я не знаю почему. Просто из-за того, что они некомпетентны, поэтому они парятся. Нет, смысл в том, что они уже 7 станиц практически восстановили. Молодцы. И не отчуждают землю, понимаешь, в чем дело? Им должны отдать обратно казачьим станицам землю. Они не могут. Это они просто говорят, формальность. Идешь в земельный комитет, в земельный комитет, и говоришь, вот, нате. Ну, как-то вот по твоей схеме, чтобы писать, там, это все зарегистрировать, все. Ясно. А вообще... Вот и их сейчас, в частности, интересует, как создать местное самоуправление. Чтобы не просто казачество было, казачья станица, да, а еще да. Плюс местное самоуправление. То есть все было жестко. Это вообще классно, конечно. Да. Доброго здравия, Галина. Приветствую тебя на нашем земском видении. Добрался наконец тебя, легендарная личность, глава местного самоуправления. Хотелось бы представить тебя моим зрителям, нашим зрителям. Вот, не могла бы ты сама назваться, кем, чем ты являешься, какую должность занимаешь? Вот, и дальше продолжим. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить Яне Китуху Галину Леонидовну, председателя местного самоуправления по Челябинской области села Устиново. Я хочу выразить слова благодарности о том, что, скажем, 7 сентября 2014 года мы организовали на селе заброшенном, никому не нужном, богом обиженном. И до сегодняшнего дня, в принципе, у меня не было доступа, выхода на телевидение, в печать, я никуда не могла нигде о себе ничего сказать. То есть вот это было все мне недоступно. Организовать, создать местное самоуправление очень просто. Но это новая модель местного самоуправления. Вот это нужно четко для себя определить. Это новая модель местного самоуправления. Звучит оно в таком ключе. Местное самоуправление низового звена в шаговой доступности. Вот это очень важно. Это новая модель, о которой еще в 2008 году... бывший президент Медведев говорил об этом в газете «Коммерсант». Это можно найти. Василию я это представлю. То есть вот все это было описано
как это все создавать. В 2014 году, 7 сентября, людям, не наша инициатива, не моя и не моих единомышленников, люди просто пришли и сетовали на то, что происходит у них в селе. Но зная, пройдя правовую безграмотность, мы прошли обучение и потом знали пошагово, какие наши должны быть действия, действия граждан простых. И вот как раз вот эта вот новая модель. И мы охотно решили помочь селянам. Как это все происходит? За неделю, согласно ФЗ-131 и Гражданского кодекса, за неделю нужно граждан предупредить. На уровне, ну, скажем, там, в магазине повесить объявление, что будет сход. У нас получилось несколько по-другому. То есть это был сентябрь, как раз скобка картофеля. А разве вы главу поселения не звали на ваш сход? Должно же, по идее, по закону. Шла предвыборная кампания. Предвыборная кампания, и главы как таковой нет. Это село, оно входит в Мясский муниципальный округ. Ага. Вот. То есть самого главы нет, есть только сити-менеджер какой-то. Да, да? Сити-менеджер. И мы приехали, собрали граждан, люди обошли, пригласили. Это допустимо. Это юридически правильно было. И потом уже мы консультировались у юристов. И они сказали, что это допустимо. То есть мы приехали в этот же день, 30 человек приехали из города, инициативная группа, провели, пригласили. Прежде было разъяснение, люди знали цель схода, пришли в школу, провели сход, где разъяснили цель создания местного самоуправления. И, значит, какая программа. И здесь же выдвинули инициативная группа мою кандидатуру. Вот. То есть потом на сходе. Да, и здесь нужно сказать еще о том, что были розданы подписные листы по выбору председателя местного самоуправления. В связи с тем, что все-таки уборочная, и это допустимо, это нормально, шел сбор урожая, и в один день это все вот решилось на сходе. То есть было не только прямое голосование здесь и сейчас, а да. Было еще, как это называется, голосование, которое во время... Заочное. По законодательству он допустим срок месяц. Угу. То есть в течение месяца, потом люди, которые лежали в больнице или отсутствовали, и потом просто заочно голосовали, подписывали подписной лист. Вот. И какая документация? Сход, протокол схода, подписные листы и, значит... Без протокола намерения? Или был протокол намерения? Или сразу был протокол? Протокол он сразу. Да. Сход, это 34-я статья ФЗ-131, что на сходе. Все это просто, потому что это новая модель. Я вот делаю опять акцент на этом, что это новая модель местного самоуправления, шаговое, низового звена, то есть власть снизу, власть народа. А сколько у вас получилось процентов сбора подписи? Сколько вы? Получилось, но так как населенный пункт небольшой, там около, в районе 5 улиц, 84% получилось. То есть были такие, почему были люди, которые не могли прийти в силу своего нездоровья, но подписнули, сразу они подписывали. То есть согласны, вот, часть населения этого населенного пункта знали меня, и поэтому сразу были согласны, отдали свой голос, чтобы я была представлена. У вас только одно селение было или хутора? Вот, это один населенный пункт. Согласно ФЗ-131, достаточно в одном населенном пункте. И согласно ФЗ-131, статьи 11, идет автоматическое определение границ. Какая территория? Вот если, допустим, в селе, вот от точки юридического адреса, берешь радиус 24 километра.
Это автоматически? Автоматически. В силу того, что, ну, скажем, я как бы домысливаю, почему? Потому что уже это в 2014 году, в 2013, а уже в 2014 году Владимир Владимирович Путин, он вступает в силу с октября, в мае озвучивает АФЗ-136, потому что стало, видимо, необходимостью очень серьезной. И вот эти те первые попытки по Российской Федерации, которые начинают главы муниципалитетов, начинают делить территории, и что вот эти всевозможные козни. И вот ФЗ-136, который вступил в силу с 1 октября 2014 года, он определяет саму формулировку «внутри городское деление». Внутри городской. С 15-го. Ну, я сейчас могу... Неважно, понятно. Вот. То есть вот этот 136-й, он упрощает. Он упрощает вот этот весь, ну, скажем, вот эту юридическую вот эту... Волокиту. И еще, лично я, когда вот изучала земельный кодекс, очень прониклась к тому, что земельный кодекс очень сильно изменился. И с марта 2015 года... Он полностью, там 54 страницы, 54 страницы, а статей там море. 39-я статья Земельного кодекса, начиная там и до буквы «К», внесены изменения. Вот Земельный кодекс, внесенный с изменений, вот эти изменения, они полностью решают все те вопросы, всю вот эту возню и волокиту, и упрощают юридически, практически прописаны, ну, можно сказать, пошаговые, все юридические взаимодействия, вот именно акцент делаю, взаимодействие с главами муниципалитетов. Жаль, что вот отметить нужно, это не только Челябинской области касается, жаль то, что юристы, которые на сегодняшний день действующие и при главах муниципалитетов, они практически не ориентируются, даже представители земельных комитетов. По Воронежской области тоже нули полные вообще. Они делают вид, что даже не знают, ой, а были дополнения, да вы что? Да, и вот это вот просто, ну, приходишь просто в недоумении какое-то, когда закон уже действует, вступил в силу, и, в принципе, выдумывать ничего не нужно. Там пошагово все прописано. Берешь ФЗ-131, берешь ФЗ-136 и Земельный кодекс. И, пожалуйста, вот, составляйте совместно, сотрудничая. Вот новая модель местного самоуправления низового звена в шаговой доступности. Почему и формулировка такая? Низового звена. Власть снизу. Сами граждане соорганизовались. И все там пошагово прописано. Единственное, непонятно, почему не слышат. Или вот видят, и вот все готово. Только вот соберитесь, организуйтесь, все. И пошел документооборот. И он основан на взаимодействии. К сожалению, главы муниципалитетов не слышат, народ не слышат. Либо не хотят, либо боятся. Вот, они не слышат этого, что там идет взаимодействие. И, пользуясь еще одним таким законодательным моментом, градостроительный кодекс основан полностью, там 20 документов. И они пользуются главы муниципалитетов тем, что даже скамейку, местное самоуправление, даже скамейку не сможет построить, поставить даже детскую площадку без их подписи. И вот в связи с этим все же я благодарна тому, что все-таки есть в правительстве здравомыслящие юристы. И вот этот ФЗ-136, внутригородской, вот эта формулировка, она ключевая, внутригородское деление. Оно дает, в принципе, она развязывает руки главам муниципалитетов. И, в принципе, давайте, организовались модель, вот это новое местное самоуправление, дайте волю в пределах разумного. Вот, и поднимайте вот эти вот захолустные дома, села, у которых ни рука, ни нога не доходит. Финансирование, стоит вопрос, где взять финансирование? Очень хороший вопрос.
Значит, по порядку. Собрали сход, протокол. Протокол должен быть грамотный. Протокол я предоставляю. Саму модель составляли мне юристы, которые полностью компетентны по теме местного самоуправления. Протокол очень хороший. Дальше, после этого, в течение месяца сход, протокол, в течение месяца идет заочное, не сбор подписей, заочное голосование по выбору председателя. Через месяц, в течение месяца прошел от схода, через месяц председатель местного самоуправления низового звена шаговой доступности должен, он просто обязан по ФЗ 131 предоставить этот протокол президенту или представителю, специалисту, который занимается вопросом по местному самоуправлению. Есть такая на Ильинке, есть такой специалист. И он, То есть в областях не прокатит, если ты в области... Председатель местного самоуправления новой модели низового звена в шаговой доступности предоставляет пакет документов, я Василию все это предоставлю, зарегистрироваться при президенте. И этот протокол схода первый, он никому больше не показывает, ни одному представителю власти, ни полиции, ни ФСБ. Оригиналы. Да, два оригинала. Один хранится у председателя местного самоуправления, новой модели местного самоуправления, другой хранится при президенте. И он обязательно, председатель, должен взять регистрационный номер. Вот это вот, все, оно зарегистрировано. Вот. И, конечно же, как скажем, там вот я эту процедуру проходила. Второй председатель местного самоуправления по Челябинской области ездила сама. Я ей помогала тоже создавать это местное самоуправление. И там проходит собеседование. То есть все равно специалист по местному самоуправлению при президентской службе знакомится. И какие планы, какие перспективы, цель создания местного самоуправления. То есть программу минимум все равно нужно изложить. И это все предоставляется при специалисту. Затем в течение года пишется устав. Устав. Местного самоуправления. Устав местного самоуправления, сразу же делаю акцент, новой модели. Вот здесь, чтобы путаницы не было. Потому что когда мы повезли устав, в сентябре Типовой какой-то, да? Да, да. Типовые есть сейчас. Кстати, очень хорошие, продуманные. Но мы тогда, в 2013 году, мы сами сидели, изучали там целые месяцы, ночами не спали. Он нигде не регистрируется. Почему? Вот, очень важный момент. В Министерстве юстиции не регистрируется этот устав. Когда мы возили, как с этим яичком мы ездили с этим уставом, Министерство юстиции, я благодарна этому специалисту. В Москву или в области? В области. В области, когда мы ездили к Буланову, специалисту, который работает, вот, регистрирует уставы местных самоуправлений, я благодарна этому молодому специалисту, который мне сказал, не все сказал. Он не принял наш устав на регистрацию, но не досказал. Позже я только узнала. Все делается очень просто. Российская газета считается по Российской Федерации тем органом, если, допустим, опубликовывается. Оповещает. Опубликуется устав в Российской газете. Вот. И все. Устав считается зарегистрированным. То есть его публично опубликовать достаточно, и он считается автоматически зарегистрированным. Да. То есть они обязаны регистрировать все-таки, да? Да? Они обязаны его опубликовать. С меня Российская газета. Да. Но... Вопрос вот сразу, сколько с тебя взяли? Да, когда они мне сказали о том, что вот... Там сколько-то, 5 сантиметров только опубликовать статью, это 50 тысяч. Обалдеть вообще. Обалдеть. Но на все козни есть всегда найдется решение. Угу.
Я благодарна этому человеку из Самары, который просто подсказал по телефону. Я была в растерянности, подсказал. У меня были документы регистрации в налоговой. То есть мы зарегистрировали муниципальное казенное учреждение согласно Гражданскому кодексу. Муниципальное казенное учреждение МКУ. То есть. Да, МКУ, да. И вот этот регистрационный свидетельство о регистрации, мы просто его опубликовали в газете. Безоплатно или как? Нет, 8 тысяч заплатили. То есть, а вообще все это должно быть бесплатно. В налоговой подаешь... Подожди, вопрос. Ты когда в российскую газету, да, принесла вот это вот свидетельство, они что сказали, что да, мы обязаны в налоговой зарегистрированной... Стоп, нет, не так. Когда я пришла в российскую газету, я говорю, нужно устав опубликовать. Местное самоуправление, новой модели, шаговой доступности низового звена. Он мне озвучил такую сумму, но тут же нашлось решение. «Комсомольская правда» от 23 марта, «Комсомольская правда», они отказали мне. Ну как, они не отказали, но я где возьму такие суммы? Там, извините, там не 5 страниц, а 4. Вот. И тут же мне подсказали, что можно для легализации и всеобщего оповещения, для легализации достаточно вот то, что мы... Зарегистрировали. То есть не устав, а свидетельство, да, да, да получается? Да. Мы это свидетельство... Опубликовать свидетельство вместо устава. А да. Свидетельство во сколько обошлось тогда? 8 тысяч всего. 8 тысяч. То есть они... Они сфотографировали, уменьшили в размере, сфотографировали и опубликовали. Mm-hmm. Единственный тоже очень смешной такой казусный момент. В том номере тираж был очень маленький. Ну, это не важно. Да, тираж этой газеты с нашей вот этой публикации был очень маленьким. Ну, это уже все понятно. Что даже, я знаю, по нашему региону он как бы вышел, а за пределы Челябинской области не попал. Не попал, да. Дальше. Значит, вот эти очень важные... В общем, в течение года мы должны о себе заявить. Да. Мы заявили, значит, нас зарегистрировали. Дальше у нас что? Дальше. Необходимо после регистрации при президенте уведомить все те службы, которые вы считаете нужным. ФСБ. Угу. Ну, ФСБ нужно. Это, во-первых, и для защиты. Потому что случаев уже, к сожалению, по теме МСУ всякие. Были случаи, когда и избивали, и даже просто вот уведомляли. Вот. То есть можно уведомить Генеральную прокуратуру, Федеральную да. службу Первую безопасности. В первую очередь генпрокурора. Отдел статистики надо, нет? Да, сейчас, секундочку, я по ходу. Вот. Когда после регистрации при президенте необходимо обратиться с заявлением в налоговую по форме П-011 и зарегистрировать в течение 5 дней это как правление местного самоуправления. То муниципальное казенное. То есть не само местное самоуправление, а МКУ. МКУ. Это орган, который будет являться как администрацией местного самоуправления. 5 дней, это все очень просто. Форма П-011 заполняешь. Не рекомендую много брать акведов. Просто нежелательно взять. Определиться там, допустим, на нескольких самых жизнеобеспечивающих. Я сейчас поясню зрителям. Я когда регистрировал крестьянское фермерское хозяйство, я указывал много акведов. И в итоге меня 2 раза прокатывали, а потом выяснилось, мне так сказали, слушай, укажи там парочку, а то ты там каким-нибудь термоядерным синтезом там собираешься заниматься, типа того, что, то есть такие вещи. Так, дальше, извини, перебил. Нет, это нормально. На самом деле, чтобы было понятно, после регистрации, как только в местном самоуправлении, после регистрации в налоговой службе муниципального казенного учреждения сама администрация, другими словами, но мы назвали правлением от слова право, править. Голова,
да, администрация – это как слово «ад». И поэтому это решает сам, это решается на сами сходе. Сами люди, конечно. Да. Вот. И, они могут зарегистрировать, как казаки, к примеру, свой круг. Там, да, по казакам, я чуть позже это... Теперь дальше что? И нужно поехать в область, федеральную службу статистики, и предоставляется там выписка из акведов. Ее сразу берешь в налоговой, как только получаешь документы, и заказываешь сразу выписку. Туда, в Федеральную службу статистики, для чего предоставляешь вот эту выписку акведов, заверенные налоговой? Для того, и штатное расписание. Чего? Штатное расписание, сколько у тебя персонал в МКУ. Ага. Ну, грубо говоря, это администрация, нужно указать, сколько у тебя людей, сотрудников. Да, сотрудников. Значит, что? Сколько нужно указать? Существует, это тоже в ФЗ-131 прописано, согласно неотчисленности населения местного самоуправления. Если вот, допустим, у нас 3000, то это не меньше 60 человек. Должно быть в управлении. Да. А это зависит от соотношения. Это сколько получается? Ну, я гуманитарий, уже вычисляйте сами. Да. В среднем. Но потому что по логике вещей это все-таки новая модель. И люди, есть такой момент, правовая безграмотность. Вот, и поэтому здесь вот сложно очень. По крайней мере, на первых этапах, на начальном этапе легче будет сориентироваться. Отсев в любом случае происходит, он естественный. Кто-то честно приходит и говорит, что я не потяну и так далее, и так далее. И вот это вот все равно первый год идет отбор кадров, что ли. Кадровый отбор такой. Естественный такой. Да, естественный. А почему естественный? Потому что люди сами самоорганизовались, и нету тут нету жажды к власти. А люди уже просто реально понимают, что я просто не потяну. После этого там идет... Ну вот нам в течение 2 часа дали. Для чего это нужно? Федеральная служба статистики определяет форму собственности. Это нужно для открытия счета в казначействе. Какое у вас была форма? Форма собственности у нас было сельское поселение. А оно относилось к государственному? Или... Обязательно. Только если это определяет сама государственная служба федеральная, то это, естественно, государственное учреждение относится к государству. Для чего это еще нужно? При составлении пакета документов по... открытие счетов и для финансирования, там прописаны все вот эти реквизиты из этих документов. Для открытия счета больше ничего не нужно. Новая форма у них с 15-го года в казначействе, новая форма. Значит, документы, выписка акведов, то, что вот с налоговой дается, и со статистики. Казначейство какое? Которое областное или московское? Сейчас их деятельность тоже упраздняют, и это надо в области. В области? Да. Вот по Челябинской области, вот это, там был только участок, сейчас им уже запретили это все самостоятельно. Вот, сразу же, я не знаю, наверное, об этом нужно сказать, то, что будут склонять, чтобы, допустим, мы не были самостоятельной единицей, а зависели от муниципального округа. Это нормально, потому что сейчас даже в Новороссии громады склоняют, как ты вот выразилась, да, очень чтобы сильная. Они стали некими общественными организациями. Совершенно верно. Вот. И, конечно же, очень сильное было давление вот в этом плане, очень корректно, улыбаясь. Приходилось даже ходить с бюджетным кодексом и вот так пальчиком показывать на статью.
и казусным. Как мне в Воронеже сказали, да-да-да, мы вам поможем, но мы вас будем контролировать. Так, с улыбкой на лице, да, я да, говорю, да-да-да, спасибо, контроль нам не нужен, мы вас сами будем контролировать. Вот, конечно же, проверяют прежде всего компетенции. Да, вот я забыла еще сказать, для того, чтобы открыть счет, необходимо документ этот есть, протокол у тебя на флешке, необходимо создать представительному органу в местном самоуправлении представительный орган, он как бы создает всю документацию основную. А он не является там представителем где-нибудь там, ну, в налоговой? Это не это имеется нет, в виду, да? Нет, нет. Дело в том, что это как депутаты, понимаете? Но вот основа муниципальное казенное учреждение – это исполнительный орган УМСО. А вот представительный орган – это вот если, как Василий говорил, если разные там деревни есть, как вот депутаты выдвинутые, активисты, да? Ну да, я просил, изберите сотника и пришлите к нам представителям. Но они... у нас это называется совет, земский совет. Земский совет, совершенно верно. Вот вся, скажем, юридическая основополагающая, это исходит от совета. Да-да-да. Если председатель муниципального казенного учреждения, у нас председатель, не руководитель, mm-hmm. если председатель может где-то еще заблуждаться. Или для оступиться. Этого, да, оступиться, да, здесь вот совет играет большую роль. Да-да-да, и поэтому, он может снять его тут. Да-да-да. И в совет здесь вот нужно, конечно, все-таки компетентных людей. Согласен. Компетентных, пронизанных всей этой темой. И смешно, конечно, говорить, ну, нравственных людей, здравомыслящих. Это все, это не основа. Не смешно, это основополагающее. Да, это основа местного самоуправления. Вот, и еще, значит, совет, протокол есть, я предоставляю. В протоколе должно быть прописан финансовое. Вот у нас все-таки 3000 населения, как бы было вот этого МСУ по количеству. Дети туда тоже входят, старики, дети. Вот. То есть даже дети юридически могут иметь право, да, голосовать? Ну, голосовать с 18 лет по Конституции. Ага. Вот. Но присутствовать на сходах с 14, так как паспорта уже имеют. Единственное, могут и выступать на сходе, и предлагать, но не даже даже бы желательно, чтобы они с 14 уходили на эти сходы. Вот. Правильно, мы вообще планируем детей, вот может говорить, все, может уже выйти, да, и говорить, да, да. Что ему надо, площадку ему детскую надо, значит, молодец, площадку. Теперь, значит, вот смотрите, для открытия счета, вот это очень важный, пикантный момент, для чего? Для того, чтобы, если через совет, вот это финансовый отдел, потому что счет открывать может, имеет право начальник финансового отдела. И две подписи. Но на начальном этапе нежелательно. То есть если это бухгалтер и начальник, две подписи, да, или как? Председатель. А, председатель, да. Председатель. Теперь, председатель местного самоуправления в документации выступает, Жень, подскажи, кто? Там по документации. Угу. Вот чтобы не быть под муниципалитетом, угу. председатель местного самоуправления выступает. Ну, у нас, как, значит, к примеру, смотри, у нас я являюсь главой совета земского Воронежского земства Среднедонья. Мы, к примеру, создали МКУ, но это МКУ подчиняется совету. Зарегистрировали, тут точнее. Там его как создавать? Единственное, его зарегистрировать и уже просто определиться с активистами. Но глава этого МКУ, он полностью подчиняется самому совету. Я правильно понимаю, да? Треугольник получается. Угу. Председатель местного самоуправления, председатель МКУ, ага. и председатель представительного органа. А, треугольник. Совет. Да, понял. Треугольник. Но тут интересный такой момент. По ФЗ 131, 35, по-моему, статья, там допустимо на начальном этапе, опять же делаю акцент на том, что это все же
новая модель и низового звена. И на начальном этапе, да, председатель избирается на 5 лет. Вот. Но это согласно Российской Федерации законодательству. Да, 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 да. Но там же это рекомендательный характер, а не, по-моему, не обязательный. Дело в том, что вот согласно 35-й статье ФЗ 131-го, председателем местного самоуправления, председателем МКУ и председателем совета представительного органа, да, может быть один человек. Это допустимо. Почему? Потому что все же существует дикая правовая безграмотность. И чтобы все-таки это низовое, люди, народ, это простые люди. И чтобы раздрайфа не получилось, это опять же в унисон, чтобы все-таки это МСУ не задушили. Вот в прошлом году сам Путин четко сказал, что вы можете в местном самоуправлении сами избирать структуру. Да. Вот это очень важно. Понимаешь? Очень важно. Структуру. И мы в этой структуре можем, в принципе, как мне кажется, может я сейчас ошибаюсь, прописать главу, действительно, он может все три поста занимать, а может наоборот, как сам народ изберешь, ни в коем случае три поста не может занимать. И в то же время, мне кажется, точно так же даты. Мне кажется, Путин тоже об этом что-то такое говорил, что как сам народ определит главу избирать, на год, на 5 лет, 15, это его воля, и отзывать в любой момент. Да, но тут, знаете, на самом деле люди, вот, допустим, почему 5 лет, за год, ничего за год, не сделаешь, при всем том бурном, я могу только сравнить, девятый вал Айвазовского, какое идет бурное сопротивление, это шторм просто от глав муниципалитетов, любой чиновник, он старается вот только бы вот, и поэтому за 5 лет это реально хоть что-то сделать, чтобы действительно люди увидели. И, конечно, опять же, это команда. Если юрист, финансист, если вот этих людей нет, которые пронизаны темой МСУ, практически сложно. Здесь что... Так, это я сказала. Плюс, чем больше я вот окуналась в эту вот юридическую всю составляющую, юридическое поле МСУ, это просто гениально. Я считаю, это просто гениально. Другой вопрос. Непонимание. Не слышат даже сами люди. Вот все просто. Вот чем мне нравится МСУ, это большой-большой плюс, и это классно. Вот смотрите, раз в год сход. Сход граждан. Угу. Да? И как бы вот подводит итог. 50 голосов, 50%, и любой вопрос проходит плюс один голос. Вот смотрите, прошел сход. Решили, допустим, в этом году, ну вот председатель отчитался, финотдел отчитался, и решили, ну вот, построить ферму. А, допустим, было всего, ну вот 10 человек не пришло. Прошло, проголосовали. Все просто. Собрались, решили, нам это надо. Финансист тут же присутствует, все. Вот первый плюс местного самоуправления. А кто-то не был на этом сходе, а ему теперь не нравится. Угу. Дисциплина шикарная. Угу. Просто шикарная дисциплина. Осознанная, осознанная дисциплина. Когда вот это я все вот изучала, и когда вот это все погружалась, думала, да это же вообще же здорово. На следующий год вот те 10 человек первые прибегут на сход. И это само по себе закон так прописан великолепно, что самоорганизация, самодисциплина – это просто большой плюс. Еще какой большой плюс? Шикарный плюс. Почему это новая модель? Не все ее и принимают, особенно вот те, то местное самоуправление, которое есть сейчас. Вот смотрите, треугольник, да? Треугольник. Председатель местного самоуправления – председатель или, допустим, глава администрации местного МКУ, да. МКУ и, совет. И председатель совета. Угу. Гениально все. Деньги идут с федерального бюджета. По всем. Вот вопрос, кстати. Ладно. Открываешь там бюджетный кодекс, и там прям прописаны все бюджеты, даже межбюджетные трансферы.
Даже межбюджетные трансферы. Вот я и хотел задать вопрос, какие бюджеты? Какие... Абсолютно все. То есть федеральные, все, государственные, да, там даже... муниципальные. Да, и даже 10% из муниципального. Почему муниципалы не особо как бы вот любят? Теперь смотрите, удивительная схема, просто великолепная. Ни один председатель местного самоуправления ни одну копейку не украдет. Гениальная схема. В 2013 году, в ноябре 2013 года, с Курбановым, с Курбатовым встречалась тот, который прописал ТОСы и очень осторожничал. Он был тогда в законодательном собрании. Автор основы местного самоуправления. Это вот не тот Курбатов, который в Конституции там тоже отметился, да? Да, вот лично с ним, он сейчас слепой на 13-й год. И мне посчастливилось 3 часа его слушать. Это просто великолепно. И вот он как раз и рассказывал, я из первоисточников, о создании местного, как это вообще у него родилось, началось с ТОСов, с ТСЖ и так далее, и так далее. Здесь гениальная схема. Почему ни один председатель местного самоуправления ни одну копейку не сможет положить себе в карман. Он подписывает только документы. Вот идет совещание, допустим, да? Вот здесь у нас администрация или, скажем, МКУ, да? Финотдел, допустим. Вот здесь идет с левой стороны представительный орган. То есть депутаты из тех деревень, представители, которые потом несут это в свои хутора, села и так далее. Что решалось? Так интересно, когда вот это я поняла, думаю, вот просто здорово. Все, на сходе решили построить детский садик. Администрация или МКУ, это исполнительный орган. Совет говорит, так, нам нужен детский садик. На карандаш записали. Почитали, сделали смету, нужны специалисты, естественно. Все, вот такая-то сумма. Все, деньги пришли с федерального бюджета. Опять собрались, сделали запрос грамотный, собрались. Председатель местного самоуправления только подписывает бумаги. Так, а как следить в финансовый отдел? Ну, есть. Ну, как, там уже по ФЗ присутствует ревизионная комиссия. Вот. Ревизионная комиссия, конечно, ревизию назначает раз в квартал. Не надо затягивать раз в квартал. Даже если люди понимание, если даже оступились, это проще в том плане, что ну не все же воры в конце концов. Тем более это шаговая доступность, это простые люди. Вот, вовремя пресечь, и когда знают, что раз квартал ревизия, там не будет. Вот этих 2 шикарных плюса. Самодисциплина, она естественно уже заложена. И то, что председатель местного самоуправления, ни одна копейка ему в карман просто не попадет практически. Если только он сам не организует какое-то, а ему нельзя по ФЗ 131. И еще, почему вот тут вот вернусь к 35 статье 131 ФЗ, когда почему может быть одно и то же лицо, потому что председатель совета представительного органа не оплачиваемый. Он не имеет зарплаты. То есть, если даже он занимает 3 должности, да, вот председатель местного самоуправления, председатель МКУ и председатель совета. Вот представительный орган – это только как депутаты. Но не, это новая модель. Или не то представление, как вот под 450 тысяч сейчас депутаты имеют. Нет. Понятно. Короче, он в пролете, без денег. Да, да. Да. Председатель представительного органа, то есть совета, он может быть руководителем какого-то предприятия в местном самоуправлении, начальником теплицы там, допустим, или комплекса, он там зарабатывает деньги. А здесь он выборное лицо. То есть это ответственность, это не привилегия, а ответственность. Ответственность, да. Ага. Теперь можно по казакам немножко? По казакам? Да. По казакам вообще все просто. По казакам все просто. То же самое, круг собирается на сход, на казачий круг, вот, тоже
Главное, документация. Грамотно составлена документация. Всего лишь. Схема та же самая. Но вопрос с землей у казаков намного проще. Если у местного самоуправления вот не слышат, ни земельный кодекс они игнорируют, главы муниципалитетных вот этих всех представителей, чиновники, ни ФЗ 136 тем более, даже уже прописано, внутри городское деление, никак они вот не слышат этого ничего. Вот. А с казаками все просто. Вот. Казаки, у них уже по статусу идет земля. Единственное, вот Василий сказал, что они правильно идут, что вот находят старые карты, все. Вот. Казачья станица. Да, казачья станица и все. У них должно быть все проще. Единственное... Не дают землю. Знаю, знаю. Встречалась, потому что с казаками. И знаю, что у казаков несправедливо. Вот такой вот. Даже и со стороны населения отношения. Существует закон о реабилитации народа, по которому четко, черным по белому прописано, что им обязаны вернуть землю в случае воссоздания, восстановления казачьей станицы. Возрождения. Да. И они говорят, да вы что, вы представляете, что, что будет, если мы вам отдадим землю? То есть вот такие вещи. Ну, скажем так, тут просто нужно логику включить, это понятно? Логически это понятно, вот. Почему? И вот и есть предложение казакам в казачьей станице создать МСУ, местное самоуправление. Пойти еще дополнительно вот таким вариантом создать, то есть протокол, да, где ты говоришь, там автоматически сколько-то там им уже сразу. Сразу там автоматом идет. По ФЗ 131 в радиусе от населенного, от точки где? От юридической точки. То есть собрались в детском садике, значит оттуда отматывают сколько километров? 24. Радиус. Радиус 24 километра автоматически становится казачьими. И вот это ФЗ 136 внутри городского отделения, он как раз помогает юридически. Что означает, по-твоему, вот эта формулировка внутригородское отделение? То есть если вдруг появляется некая юридическая единица, сельское поселение, то автоматически должно произойти деление территории. Я правильно понимаю? Чисто формально. Угу. Глава муниципального образования, угу. Юрист, угу. Главы муниципального образования и проходи. Глава местного самоуправления. Угу. И у председателя местного самоуправления юрист. Четыре человека садятся. Правая, левая сторона. Все. Составляет документ. В земельном кодексе это все пошаговые моменты прописаны. Только внимательно прочитать. Там ничего выдумывать не нужно. Все уже готово. Все готово. Все. Дальше что? То есть они составляют протокол. Да. И что они в обмениваются этим запротоколировать, что они должны? Что они... Согласно ФЗ 131 статья такая-то 11, там нашли БВГД. Дальше берут 136 ФЗ. Но юристы, если есть, тут не нужно ничего открывать. Угу. Все. 136 ФЗ там прописано. Все. Общий документ. Обмениваются, границы прочерчены и все. Чистейшая, простейшая формальность. В законодательном поле все это уже прописано, все готово. Другой вопрос. Некомпетентность обеих сторон. Чему обучают? Пусть меня юристы все простят, с которыми я встречалась. Чему обучают юристов, непонятно. Согласен. Какое они обучение проходят? Ну вот на том обучении, которое мы были по ликвидации правовой безграмотности, юрист был с красным дипломом, 5 лет практики, действующий юрист, не просто на бумажке, а он на третий день обучения был в полуобручном состоянии и сетовал, чему, что, как я работал, 5 лет, как я работал, я обманывал людей. Теперь, если говорить о ликвидации правовой безграмотности, тоже такой смешной, ну просто нелепость. Когда я обратилась к специалисту, курирующему при президенте местного самоуправления, я говорю, почему такое безобразие? Выделите, дайте нам деньги.
по ликвидации правовой безграмотности. Специалист мне говорит, ну как же, это был конец ноября 2014 года, вот только глава, ноябрь, еще целый месяц, декабрь. Вот только отчет глава вашей области отчитался. Отправил обратно 10 миллионов. Я говорю, как? Не сварил их, да? не съел. Не съел, ну хоть честно, отправил, вернул обратно. Я говорю, как? Так и было в сопроводительном письме написано. Люди не хотят ликвидировать правовую безграмотность. В прошлом году, так, в этом году весной, ну, видимо, потому что этот вопрос я как бы поднимала, где деньги, где деньги, где 10 миллионов, в МИАСе попытались сделать обучение. И я, естественно, туда не пошла, но те люди, которые ходили, в возрасте, пенсионеры у нас всегда активны. То есть тебя не приглашали туда, да, ни зачем? Как лектора, ни как слушателя? Зачем? Зачем? Но я формально должен задать тоже. Но это я понимаю, что формально. Нет, я даже узнала это от тех людей, которые уже были там. Mm-hmm. Депутаты там, кто им... Ну, потому что этот вопрос уже я как бы главе области в письменном виде обращалась. Там вразумительного ответа не было. Ну, просто смешно, я даже не хочу озвучивать, что там было написано. Вот. И попытались в этом году весной ликвидировать правовую безграмотность. И когда пенсионеры задавали вопрос, ну тот, кто, ну, видимо, юрист, мне просто рассказывали, говорит, ой, вы знаете, мы вот сейчас позвоним, мы не готовы ответить на этот вопрос. Мы вот позвоним в область. Или в Москву еще, как у меня говорят. Сейчас мы с Москвой проконсультируемся, да, и да, вам да, дадим да. ответ. Да, вот. В общем, это просто пародия какая-то. Но понимаю, что это чисто формальная какая-то для галочки. А мы денежку, галочку поставим. Ну, да. Про это уже вообще... А вот эти миллионы, миллиарды, триллионы, которые выделяются. Вот я, насколько слышал, что выделяются чуть ли не триллионы на развитие сельских поселений, на местное самоуправление. Что вот ты можешь рассказать вот у вас, как обстоят дела? Ну... В сентябре мы организовали, зарегистрировались, все это, все эти выполнили, все вот эти, согласно 31 ФЗ, 131 ФЗ. И где-то через полтора месяца я не слышала, но люди мне говорили, слышали неоднократно, в течение нескольких дней президент озвучивал, что на развитие местного двух, Челябинской области, цитирую, Челябинской области два населенных пункта самоорганизовались, создали местное самоуправление. И на развитие двух этих местных самоуправлений правительство выделило 1 миллиард. То есть речь сейчас идет не о ТОСах, а именно о местных, МСУ. Местное самоуправление, потому что прибегали люди, звонили, радовались, ликовали, говорили, что вот, и сам, что сам Путин. Я, правда, то есть он попробовал в ручном режиме профинансировать МСУ. Да? Да, эти деньги до нас не дошли. В общем. Понятно. Ну, практически та же история у нас в Воронеже. Выделенные государственные, скажем так, дотации на, как ты говоришь, правовое вот это вот лишение безграмотности. Ликвидация правовой безграмотности. Да, это самое. И мы участвовали в этом году в конгрессе по местному самоуправлению. Это, конечно, была песня. Мы там ухахатывали с ребятами. Вышли специалисты, которые элементарно не могли процитировать статью 3 Конституции Российской Федерации. Они как бы, да, студируют, знают, понимают федеральные законы 130 и 131. Но на прямые вопросы, когда мы начинаем задавать что им, они уходят от ответов и начинается с того, что давайте, ребята, мы соберемся и потом поговорим. Но все в итоге свелось к тому, что мы предложили, давайте следующий конгресс соберем, только соберем не людей уже, а глав администрации, чтобы лишить у глав администрации, как ты вот это вот называешь, правовую безграмотность. Потому что главы администрации вообще не понимают, что такое ТОСы, местное самоуправление. Вот в чем дело. Извини, перебил тебя опять. Нет, ничего, я...
Ничего страшного. Поэтому, как бы вот подводя итог, четыре даже. Когда я начала изучать градостроительный кодекс, градостроительный кодекс, и я поняла, что только в сотрудничестве с главами муниципалитетов пока на сегодня. На сегодня, невзирая на то, что очень много сделано законодательно, это вот представляете, 14-й год, за каких-то 5-6 месяцев кодекс земельный полностью прописан, там и казаки, по-моему, тоже прописаны, 54 мелким шрифтом, 54 страницы, не статьи. Там 39-ю статью, вот это так. Это, можно сказать, земельная реформа. Да. 39-я статья, 54 страницы. Это же вообще, где это такой был? За полгода. Галин, сделан для МСУ. У вас какая цель была вашего МСУ? Что вы хотели? К чему вы стремились-то? Ну, началось, конечно, с того, что вот это вот жилье эконом-класса. Потому что в городе люди по определенным, скажем, причинам, люди, ну, скажем, 15%, которые просто на улице, не бомжи, нормальные люди. То есть не имеют своей жилплощади? Вообще не имеют. Они то ли снимают, то ли что-то? Да в основном, конечно, снимают. В силу там определенных юридических махинаций. Угу. Черные вот эти вот... когда вот, да. И очень многие просто грамотные люди, которые просто оказались... либо вот по кредитной теме, там по ипотеке, оказались просто вот элементарно на улице. Но они как бы работают и просто способны только снимать. То есть у них, получается, банки обратно изъяли? Да, да, конечно. Ну, это как бы предмет не сегодняшнего нашего разговора, это очень серьезно. В общем, основная изначальная причина... И когда вот это 600-й вышел указ президента, и когда я, будучи... А что в нем? А, вот там как раз говорится о вот этом... моменте, что социальное жилье эконом-класса построить людям, и что выделяются суммы и цифры там, и так далее, и так далее. Миллиарды. Да. Ой, там надо только с ручкой сидеть вот так, нолики с конца, и чтобы воспроизвести какие там миллиарды. Там даже не 3, не 4 миллиарда. И самое интересное, определенные сроки. И отрадно отметить то, что сейчас срока все-таки продвинули до 2020 года. Угу. До 2020 года. И финансирование есть. Все это зарезервировано. Форма у нас заявительная. Все очень просто. Ну да, государство заявительное. Да, форма заявительная, написать заявление. Другой вопрос, что главы муниципалитетов, ну сейчас вот, допустим, осторожность, стали... хотя бы уже многодетным, вот потихонечку, чисто формально, 15-сотых и так далее, и так далее. Вот, и, конечно, вот этот последний указ ФЗ, то, что вот этот Амурскую область, вот это, а всем остальным гражданам Российской Федерации по гектару земли планируется раздавать с февраля 2017 года. Ну да, там экспериментальная площадка сейчас. Да. Там я слышал, говорил губернатор или кто, что когда открыли они сайт по регистрации, он тут же рухнул от количества людей, пожелавших там зарегистрироваться. Они, он говорил, не ожидали вообще такого. Не ожидали. Мне очень часто задавали такой вопрос. Если вообще в природе, вот 600-й указ и... насколько это достоверно, приходилось общаться с разного уровня и компетентными, и грамотными, и юристами. В прошлом году в интернете вышла уже информация, название почему-то какое-то у них там интересное. Это М7, не М5, М7, в районе Казани.
И Медведев, так как он, эта стройка начиналась по вот этому проекту эконом-класса жилье. Он со своими нанотехнологиями. Да. И вот в Татарии построили 5000 населения. Они взяли направление научного исследования, то есть как экспериментальная площадка. И в интернете есть о этом поселке. Это вот яркий такой выраженный пример, так как они начинали при Медведеве, когда он президентом был, и, видимо, Медведев тогда очень многое сделал и по части финансирования и так далее, и он был на открытии. Наши ребята, вот просто им сушники это вот нашли информацию. Вот такой прецедент есть. Но тут также не надо забывать о том, что есть прецеденты, построились. Но нужно понять этих людей, они себя не афишируют в силу определенных на то обстоятельств. Просто я так знаю, вот в кулуарах в районе Самары тоже есть. Вот. То есть люди, которые заявили, построились, да, и молчат. Молчат. И их понять очень можно. Я понимаю, я тоже понимаю. Хотя я слышал историю про Питер тоже. Заявили, им дали квартиры, когда дети достигли 16 лет. Да. И дали квартиры. Да, да. Вот, дело в том, что прецеденты есть, но люди просто... Вот в Самаре, я знаю, цель достигнута. Жилье люди получили, и этих людей можно понять. Они не пошли дальше организовывать местное самоуправление, а остались вот на той. Получили финансирование, построили 8 жизненно важных вот этих желаний, да, потребностей человека. Они все получили и дальше просто не захотели. Потому что это очень сложная работа. И без специалистов это очень рискованно. Ну, у каждого своя цель. У них была цель жилье. Они да, получили, их можно понять, конечно. Галин, а у вас были хутора, деревни, или вы только одна у вас была, одно поселение? К вам хутора какие-то относились, нет? Ну, 24 километра они автоматически. То есть вы пока не обрисовывали границы вашего местного самоуправления на карте? Там, она на карте обрисована. Уже обрисована. Автоматически. Не, автоматически я понял, сколько там километров, я все забыл. 24 километра. Радиус. Юридический адрес, да? Ага. Который зарегистрирован. Вот, допустим, ты правильно сказал, допустим, школа, да, где произошел сход. Да. Вот. 24 километра. Вот. Понял. Вот так. Не вот в длину, а радиус. Да. Все. А туда как раз ходит и действующий муниципалитет территориальный. А все равно, я вот в том плане, что я слышал, что ТОСы, они на карте обозначают свою территорию. И они, как любое муниципальное образование, кадастровое, как любое юридическое вот это единица, сельское поселение, они имеют право каждый год расширять свои границы. То есть планированное, так скажем, расширение сельского поселения. Большие, конечно, надежды. Очень многие, кто-то озвучивает, кто-то внутри, кто-то тихонько, к сожалению, тихонько на кухне. Где-то там, да. Да, где-то там на заваленке, в огороде, когда картофель обрабатывает, тихонечко, шепотом. Ну, большие надежды возлагают на то, чтобы все-таки Путин стал президентом вот на выборах. Возлагают надежды на 18 сентября. Никогда не поймешь, не поймешь. И можно осуждать или недопонимать. Но вот когда коснулось меня вот лично, все охватить невозможно. Даже будучи главой местного самоуправления вот такого маленького, каждого вот, почему и нужны вот эти депутаты, настоящие, вот нормальные депутаты, выборные, вот этот представительный орган. И быть руководителем такой огромной страны, это очень сложно. Почему? Потому что все-таки вот с 91-го года сильно подшатнулось, скажем, вот ту задачу, которую Путин выполнил на международной арене, во внешней политике. Но разобраться с внутри
я не знаю, очень сложно. Присутствует народная мудрость. Своя собака кусает всегда больней. Угу. Ладно, когда там, допустим, кто-то противник, и ты знаешь, что он открытый противник, и ты его у него статус такой. Но когда начинает своя собака кусать, которую ты кормишь, которую ты ухаживаешь, я аналогию провожу, да, за которую ты бьешься, везде ездишь, там, решаешь вопросы, и когда изнутри начинают, вот это вот, конечно. И та задача, которая сейчас стоит перед правительством, я прекрасно понимаю, это катастрофически считаю очень сложно. Одно радует, в интернете молодежь обращается, из Москвы обращаются, и вообще тот, кто знает меня, да, как вот организовать это, вот как создать и так далее, и так далее. Где-то советы спрашивают. Я сразу говорю, подбирайте, тщательно подбирайте команду. Потому что без команды очень сложно, очень сложно. Тут вот недавно, когда мне вопрос задали, да, вот лучше уехать, там, допустим, есть города, я об их, об этих городах даже не знала, которые в юридическом плане, они более независимы, и там как бы относительно свободное поле, и можно самоорганизоваться, меньше будут вот этих вот препятствий со стороны властей. Мне назвали один город этот, я не буду его озвучивать, а у меня вот так вот вскипело внутри. Буквально неделю назад я столкнулась с таким фактом. Мальчик из Германии. Ну, все знают законы в Германии, там не писаны, они вот это естественно, 18 лет мальчик должен уйти из дома и создавать свою семью. И мальчик из Германии приехал в Россию жить. То есть он метис, мама как бы вот россиянка, а папа немец. Как славянин. Да, вот тоже интересный момент, да? Метис знает все вот эти моменты, очень хорошо говорит на русском языке, и настолько я была тронута, и думаю, боже ж мой, то есть ему есть с чем сравнивать, есть с чем сравнивать, а наши бегут за границу, да? Угу. Ты наведи у тебя вот здесь вот порядок, здесь, да. Возьми, засучи рукава, в конце концов, возьми ты этот ФЗ, прочти, ну не понимаешь, достучись. Организуйся, вот. Чего там сидеть, шептаться, говорить? И Нет, сейчас обычно как говорят, ой, все козлы, все плохие, чиновники фигня. Ой, президент такой. Да, да, да. И начинается. Ничего не надо, типа того, что пошел я в лес, и, значит, типа того, что пережду я, когда тут все типа да. того, что пить. Радует то, что молодежь интересуется, что лучше, что лучше. ТОС, ТСЖ. Или МСУ. Угу. Ну, еще бы вот просто пожелание. Сейчас времена очень такие тревожные. Вот в этом плане, что, конечно же, дерзко так, это если сильная-сильная команда. Угу. Вот. Если есть команда, юрист, финансист, значит, и... Идеолог, скажем так. Ну, конечно, да, потому что в совет, представительный орган совета, нужно, ну, как комиссары раньше были, помните? Вот комиссары. Вот туда, потому что если совет пойдет против председателя, могут просто загубить саму идею МСУ и размазать человека ни за что. То есть здравомыслящего. Вот здравомыслящего, больше тут даже, возможно, даже идеолога взять вот в помощники себе. Потому что народ, удивительно, как только начинает чувствовать власть, это, видимо, человеческий фактор, люди на глазах у меня менялись. Вот на глазах менялись. И просто... Здесь нужно очень серьезного, если берете в помощники, если вот в совет, то настолько мудрого где-то, независимо от возраста. На соответствующей нравственной ступени, чтобы человек да, стоял. Да, да. Потому что загубить может само же, сожрать само же себя МСУ. Угу. Вот. И, конечно же, радует то, что вот очень часто в интернете спрашивают,
как вот эти моменты, как вот эти моменты. Сейчас ТСЖ, вот нечаянно так, непроизвольно получилось, когда стала знакомиться с ТСЖ, вопросов много идет, вот по оплате, документы составлять, там, значит, приходится по теме ЖКХ, мы же тему ЖКХ в городе тоже как бы поднимали, там вообще кинокомедия натуральная, там можно сейчас писать просто пьесы с какими вещами, просто смешными, вот до нельзя смешными мы сталкивались со всеми этими управляющими компаниями, там анекдот можно уже писать, целую брошюру, вот. И главное, без зазрения совести. Вот открыто говорят, а иногда даже прям хотела сказать, ты вот вообще понял, что ты прослушай себя, что ты сейчас сказал. И с тем столкнулась. Опять же, с 15 года, 6 сентября 15 года очень высоко подняли совет многоквартирного дома. Я считаю, это здорово. То есть дали, то есть протокол совета, он узаконен. Как вот простой он протокол сон. Юридическим документом. Юридическим узаконили его. Тоже просто решили вопрос. Вот все делает правительство. Вот ты в многоквартирном доме наведи порядок, да? Собрали, организовали 5 человек, 5-подъездный дом, 5-этажка, 5 человек совет. Все, вот этот протокол, он уже имеет юридическую силу. И, извините, это вот в прошлом году, 6 сентября только его узаконили. И сейчас даже совет многоквартирного дома имеет больше полномочий, чем тот тоже затертый ТСЖ. Если ТСЖ, да, и еще по местному самоуправлению, глубочайшее заблуждение, прочтите ФЗ 131. Даже Конституционный суд не имеет права его ликвидировать юридически. То есть носитель суверенитета, источник власти, когда изъявил свою волю создать местное самоуправление, то это не... Дополним, только здесь всегда нужно помнить низового звена шаговой доступности. Вот если вот эта формулировка отсутствует, то сразу у всех чиновников кривое зеркало. Но просто до них дошло, что такое низовое звено шаговой доступности, поэтому у них это срабатывает. А вообще носитель суверенитета – это источник власти, народ. Как можно его волю отменять какому-то суду? Вообще, даже Конституционный суд не имеет на то полномочий. Пример, аналогия на Украине. Луганская республика, громада собралась, и народ постановил запретить добычу сланцевого газа на их территории. В итоге Янукович тогда подал в Конституционный суд. Конституционный суд год мурыжил и выдал такие решения. Не имеем права мы отменить решение народа. Точно так же народ, когда постановил создать местное самоуправление, никакой... Извиняюсь за выражение, драный суд не имеет права отменять эту волю народную. Местное самоуправление же может распоряжаться недрами земли. А как же? Вот. А может оно небом над головой? Может. Я когда это людям в ТОСах рассказываю, я говорю, у них челюсть отвисает, они говорят, слушай, ты или провокатор... Или, говорит, ты такую правду нам рассказываешь, говорит, что мы просто все в шоке. 2008 года приватизация в стране признана правительством недействительной. Вот так вот, да? А вы разве не знали об этом? Вот кто вникнется, не захочет быть председателем местного самоуправления. Потому что деньги вот так мимо него. Это вообще гениальная вот форма управления. То есть все на виду. Она подходит совершенно правильно. Хоть подземство взять за основу, да? Хоть казакам. Казакам вообще там это тут просто им это нужно. Это просто им нужно. Они, во-первых, в статусе поднимутся. Финансово у них больше возможностей открывается. Откройте бюджетный кодекс, с каких фондов идет финансирование. Все, это идеальная форма. Если кто-то из чиновников даже захочет стать председателем местного самоуправления шаговой доступности низового звена, неинтересно, невкусно финансово. Опять вернусь к тому, что надумаешь организовывать местное самоуправление, финансист, юрист и хотя бы 3-4 человека,
который вот... Да, идеолог нужен, который знает эту тему, который живет этим, который понимает изнутри, сердцем, каждым волоском, каждой клеточкой это понимает. Вот если такого идеолога не будет, лучше не начинать. Галина, расскажи, пожалуйста, в чем разница между территориальным общественным самоуправлением и местным самоуправлением? Потому что идут в интернете кривотолки на эту тему. Люди, которые не окунувшиеся достаточно глубоко, начинают на эти темы рассуждать и людей вводят просто в заблуждение. Вот расскажи, пожалуйста, в твоем понимании разницу. ТСЖ, ТОС очень сильно проигрывает МСУ. Вот смотрите, иметь свой банк, иметь финансовую составляющую, составлять свой бюджет. То есть, собственно говоря, Путин говорил о твоем МСУ, что он выделил миллиард рублей. О нашем МСУ, что миллиард на развитие двух новых деревнях, это вот в разных концах Челябинской области. Но деньги, конечно же, не видели. Не дошли, ни до кого не дошли.